Опа, его стул не пропускает. Чувак, меньше пельменей жрать надо. Пошел отсюда. Пошел отсюда, сказал. Ходит тут, как домой пришел, а? Кайф. Прям по заднице поджарил. Такс. Что тут у нас? Так это монструм и я Нейзи и... Да... Сволочь. Закрыть не дает. Ну вот, и я, короче, хотел пройти монструм до конца. Все это время я фанился. Сейчас я должен... Эй! Уйти, меня защемило дверью. Мою пузико. Защемили. Так. Нет, подводную лодку собирать не хочу. Выкини! Ну и можно огрести по башке эту фигню. Ну, я никого трогать не буду, я же добренький, да? Добренький. В тумбочках у нас... Опа, нет. Химсвет мне пока не нужен. Так. Только как отвлекающий маневр. Но монстрам пофиг на эту, бутылка мне не нужна. Я сегодня троллить никого не буду. Так, ведра какие-то кто-то, чтобы поссать, станки. Так. Руки в кровь и хер в труху. Нехер, блядь, дрочить в цеху. Да. Там кто-то постоянно. Так, окей, давайте ящички проверим. Мало ли, кружка, не. Уже кто пил тут в этой... на корабле? Кто туда кружку вообще засунул, скажите мне, а? Кто тут пил на корабле, а? Скажите мне, а? Окей, я не буду больше петь. Ты чё меня пугаешь, ты пару боги? Ё-моё. Это ж надо так взять, напугать меня. Скотины, а? Морские. Ладно, окей. Можно, конечно, на вертолетик, но я хочу отсюда по-быстрому слинять, поэтому я не знаю, что будем лечить. Лечить. Что-то микрофризы какие-то пошли. Такие, потому что надо выяснить сначала, какой у нас монстрик, да? Если сопля, то ничего. Но судя по вот этой вот фигне в полу, у нас Брут, здоровый чувак, здоровый танк из Left 4 Dead, которого кормили пирожками, не знаю. И он тут, наверное, разбил часы. Часы, да? Сходи. Блин, мне прям игра намекает, что... Чини субмарину быстро. Чини субмарину быстро. Не, музыку я слушать не хочу. Придет сюда любитель пельмех. Так, у нас есть один фьюз. Сейчас воткнем его. Оп. Оп. Все. Вывернули. Вот. Значит. Тут что? Включим. А, свет не работает, окей. О, флэрган. Тут полезная шняга такая. Полезненькая, да. А чё, у нас тут больше ничего нету? Чё-то неаккуратно открывает так ещё. Окей, значит, чё? Ай, нет. Нет, не надо. Нет. Камера, ты меня не тронешь. Это что такое тут лежит? Кто-то консервы тут жрал. Блин, мне бы оставили. Меня ни хрена не оставили. Печально. Никто меня не любит. Блять. Это был этот. Здоровый, любите пельмех по имени Брут. Нет. Меня тут нету меня. Сокрой. Пошел отсюда. Ходит тут. Как домой пришел, а? Так и дверь открыл. Наглость? Боже, нет предела наглости больше. Скотина, а? Стун, баррикадируемся. Где-то там.
пускай еще раз сюда припрется. А, он это, его стул не пропустит. Он зайти сюда не сможет, он же жирный. Смотрите. Оп, его стул не пропускает. Чувак, меньше пельменей жрать надо. Пошел отсюда. Пошел отсюда, сказал. Ну ладно, ну что ты, ну, обиделся сразу? Чего обижаться-то? Давай. Где огнетушитель? Ты что, ты сразу сюда идешь? Иди отсюда. Ты черт морской. Шел, сказал. Все забори. А, ой, нет, 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 нет. Стукротный. Стук выломал. Все, ты сюда не пройдешь. Я тебе не позволю сюда пройти. Что ты рычишь? Пельмешек хочешь? Нет у меня пельмешек. Да где же он? О, бог. Прям по заднице поджарил. О, что-то варёным пахнет. Да, бум-бум-бум. Повернись, давай задницу, я тебя опять пальну туда. На тебе по заднице. О, больно. Кто это сделал? Да не-не-не, сюда не подходи, даже не думай. Такое ощущение, что он что харкнет на пол, не знаю. Оттуда какой-нибудь слизень большой вылезет. Как в Майнкрафте, знаете, такие здоровые. Подходи, не подходи сюда. На, по жопе. О, где? Не-не-не. Даже не думай сюда подходить. А, у меня пугарка, они закончились. Пока. О, где же? Да, чувак. Ты, я не знаю, ходишь как... Сейчас стал так бум по нему, он начал дергаться аж. Не подходи, не подходи. Если хочешь жить, не под... А, ты уходишь. Ну, давай, путь дорогу тебе. Меня тут нет. Ну что ж ты, ну... Да не надо! Мне так лобешник ты... Ну окей. Ладно. Не прошли. Ну да насрать, я просто начал его троллить. Не надо было этого делать, он сразу распознал, где я. Да. Он сейчас спорит мне в брюхо и достанет мои пельмешки, которые я съел. Пока.